Всем привет! Продолжаем тему о световых сферах Sculptris Alpha 6. Я обещал вам показать, где их найти. Сейчас посмотрим вот такую вот ссылочку. PicLogic. Это вот сама фирма The Brush. Sculptris под ней ходит. И вот такие здесь световые сферы. Вот, вы выбираете их. Вот они. Разные оттенки, цвета. Нажимаете вот так. Вот, вот такой будет вид вашей модели. Можно вот такой вот вид скачать. Но это для ZBrush. В Sculptris такое не получится. Только снимать скриншотом, как я раньше объяснял. Ну, в ZBrush они пойдут. Для программы. Можно скидывать. Как скачать? Вот вы нажимаете сюда. И вот он, значок скачать. Скачивается без проблем. Можно потом ее закидывать в саму программу. Вот 3D Soft. ZBrush. Вот он, Sculptris у нас. Вот об этой программе. Здесь можно посмотреть видео, как что делать. Вот, а в основном это для ZBrush. Вот ZBrush галерея. Вот они, такие модели здесь. Вот это у нас, значит, Sculptris Project Premium. Как что делать? Читайте. Вот так вот можно делать. Переводите. Кто английский знает, просто читайте. Можно смотреть видео. Изучайте, смотрите. Единственное, где нашел я более-менее сферы, там информацию, это вот, вот эта вот страница. Ссылку я оставлю под видео, если получится. Я еще не знаю, как это делать, но буду учиться. Вот металлические оттенки у нас тут. Матовые. Новинки. Вот скачивайте. Как снимать скриншот и делать свою сферу, я уже объяснял в другом видео. Посмотрите. Все очень просто. Вот эта фирма, вот ссылка тут. Всем до свидания. Залазьте, скачивайте. Делайте модели еще лучше. До свидания.